Вань, расскажи что-нибудь про сборы 4 на 4. Что бы рассказать? Общественный клуб, сборы 4 на 4, очень хорошие люди. Всегда можно покушать вон в том кафе. Всегда можно обратиться к Чермену. И чё? Он чем тебе помогает? Всем, чем попрошу. Хорошо. Тебе соревнования нравятся? Да. Это Джимми не упрется? Джимми не упрется? Раз, два, три. Поехали. Давай, Джимми. Чермена. Оба. Сел. Огромная просьба всех людей, которые снимают фото-видеоматериалы, выкладывать их. У нас есть социальные сети, у нас есть сайт, у нас есть свои ресурсы. Мы бы очень хотели, чтобы вы стали участниками нашей территории общения, выкладывали фото-видеоматериалы. Леший4вд.ру и сбор 4 на 4. За рулем девушка. Вообще хороший. Там он не упрется, он там. Не очень уходит. Не забываем, что на нашей территории работает внедорожное кафе сборы 4 на 4, где можно вкусно покушать. Работает тир, где можно выиграть настоящий страйкбольный пистолет. Работает компания Дейрафта, где можно приобрести по очень низким. Я здесь. Работает Дейрафта, где можно по очень низким ценам приобрести продукцию, светодиодную технику для вашего автомобиля, катера, квадроцикла и просто, возможно, освещение вашего собственного частного домовладения. Упал большой. Ты была
Но они разберутся сами. Самвел, обрати внимание на шатер. Я его не вижу. Так, давайте отходим отсюда чуть-чуть. Самый большой. Это ты попал так? Да. Молодец. Это террориста ты убил. Молодец. Надо террористов убивать. Лучше украинцев. Украинцев не надо убивать. Никого убивать не надо. Надо убивать только тех, кто угрожает безопасности нормальным людям. Э? Безобидным, добрым, отзывчивым. А это что за машина, Вань? Это Nissan, по-моему. Какой Nissan? Это американский V8. Не знаю. Чермен, а это по одной попытке или будет перестановка, потом секции еще будет? А, наверное, секции еще, там еще секции. Еще сегодня, да? Да. О, а кто как думаешь поедет? А? Спускаться. Че? Спускаться кто будет? Все. Че ты все вот это? Так, экипаж готов? Такая хорошая. На твою собаку похожа. Поехали. У моей подруги 12 лобай. И американские внедорожники русского бездорожья боятся, судя по всему. А это что, он сошел? Не, как бы он, штурман же может помочь? Штурман может, но мне кажется, штурман его не поднимет. У тебя штурман, работаешь, штурман? Работаешь? Есть чем работать? Есть у тебя инструмент? Есть какой-нибудь? Нет. Тогда что, по мыльзалу дальше едем? Ты ему не будешь помогать, да? Да он одни осилит, ты что? Все, как? Не, ну, что, а что он может сделать? Казание! Не, лимит времени у вас есть! Был, да. Лимит времени, подожди! Вы они сами, может, сами будете пока? Ты не проиграл еще! Ты еще не проиграл! Да не, он здесь вывесился, там вывесился. И вот... Нет, касание ты видишь. Он назад сталкивать надо. А, вот такой. Блин, сказал, налево. Али, да? Ну и тут новое у него. Да. Пока можешь изучить матчасть. Да, пока можем материать. Матчасть. Слабо, да? Я бы сказал, что слабо. Намазочем переставить, пока он стоит. Мне намазочем надо это. Открути пока тут. Это вот тюнинговый, да, вот этот под эту штуку? Подрам? Подрам, да.